Connect with the past. Relive history. Using Abstergo's incredible research into genetic memory, Animus gives you the chance to game within the past. The product you have purchased allows you to access the memories of Aveline du Grandpré, an 18th century assassin caught between two worlds, fighting to find her true purpose. Make history yours. History is our playground. Animus. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и я начинаю проходить новую игру в серии Assassin's Creed. Вообще, конечно, она не совсем новая, но для ПК, PlayStation 3 и Xbox она очень новая. Называется она Assassin's Creed 3 Liberation. Ну или в новом издании HD просто Assassin's Creed Liberation. В ней мы будем играть за первого в серии женского персонажа, а именно Авелину. Впервые эта игра вышла на PlayStation Vita. Также мне еще друг сказал, что она вроде есть на iPad, но в Википедии этого не написано. Так вот, на PlayStation Vita она вышла еще в октябре 2012 года, и только сейчас сделали HD переиздание и выпустили ее на ПК. До этого она была, так сказать, эксклюзивом этой игровой приставки. Ну что же, да, еще хочется сказать, что в Assassin's Creed 3, где мы играем за Коннора Кэнуэ, есть, по-моему, дополнительная миссия, связанная с Эвелиной. Да и в этой игре, по-моему, тоже есть дополнительная миссия, связанная с Коннором. Точно не знаю, но, наверное, есть. Что-то я об этом читал, слышал. Ну что же, давайте начинать. Игра не слишком длинная, не слишком короткая. Какой ник? Ну, Авелина, конечно. Что ж, я буду Гидеон, что ли, писать? Поехали. Итак, видимо, мы начинаем с раннего детства Авелины. Давайте освоимся с управлением. Я играю на геймпаде на ПК. Игру я покупал в Uplay, там она была со скидочкой 25%, так что вышло довольно-таки неплохо. В Assassin's Creed 4 мне не очень хорошо получалось играть с геймпадом. Я играл с ПК управлением. Посмотрим, как в этой игре у меня получится. Вообще, люблю геймпад, когда игра хорошо под него заточена. Когда пальцы не приходится гнуть. Стой, курица! Стой! Стой! Догоню! Догоню курицу! Ух ты, говнюк! Perfect for plantation work, monsieur. Look at this one. Hardworking, strong, healthy too. I told you to keep your place, Congo. As I was saying, monsieur, this one is strong as an ox. It's in good health and all, not counting the missing tolls. Mama? Так, кажется, мы потеряли маму. Так, а что это у нас такое? Обойти охрану через задний двор. Меня интересует, что вот это такое за зелененькие. Видимо, это маркеры. Да, видимо, это маркеры. Ладно, хорошо. Мама! Наверное, это не твоя мама, мне кажется. Иначе она не была бы так спокойна. Мама!
Maman! Pardon, madame. You there, bantling pest! I'll have you arrested! Что? Почему? Эй, какого черта? Это ж просто ребенок. Ха, вот мы так и повзрослели. Ох ты! Так, удерживайте Б, чтобы встать в стойку парирования, отражать атаки врагов. Хорошо. То есть я каждый раз контратакую. И атакую на X. Ага, вот оно что. Значит, я контратакую, а потом... Да, вот оно что. Подождите, но это же стандартная система ассасина. Да чтоб тебя. А, ладно. Хорошо, я спарирую две атаки. Да ж сколько ж мне надо парировать? Ну что, жуть какая-то. Или мне добивать только когда она входит в слоумо? Видимо, так и есть. Чего? О, всего лишь сон. Эвелин? Ma chérie, you were shouting again. Was it the nightmare? Oui. Only a dream. I'm sorry to have woken you. Shh, ma chérie, shh. Never apologize. A mother worries, even a stepmother. Thank you, Madeleine. Maman, do you worry too? Did you forget me? Or are you gone? Что же случилось? In any case, the night has better uses than sleep. Что же случилось с твоей мамой, Авелина? О, облачаемся. Кстати, у Авелины будет три обличия в этой игре. Вы видели обличие рабыни, когда она в таком колпачке смешном. Это стандартное обличие, когда она в костюме ассасина. И еще будет одно обличие, когда она будет в костюме госпожи. И в разных обличиях ей будут доступны, конечно, разные способности и доступ в разные зоны. Ну и, конечно, будут свои же ограничения. Итак, подойти к голубятне. Так, прыгнуть. О, у нас же здесь сено есть. Давайте-ка. Отлично. We have uncovered news of a plantation from which slaves are vanishing. The owners reported their escape, but our network can find no trace of them. If you don your slave guise, perhaps you can investigate this mystery from within. A dressing chamber has been prepared for you in a strategic location. From the top of the cathedral, you will see it. Ага. Понятно. Значит, в голубятне мы получаем задание. Ну, собственно, как в четвертом ассасине. Только там мы получаем контракты. Так, весьма интересно, что здесь у нас есть маркеры. Я просто бегу по маркерам и прохожу так задание. Возможно, это только в самом начале так будет. Не очень удобно крутить камеры, когда играешь на геймпаде. Вот что мне не нравится. Да, ну тут даже комментировать нечего. Я просто бегу по маркерам. Просто идешь куда скажут. Да, я думаю, что это будет только в самом начале так. Потом уже, конечно, я думаю, маркеры исчезнут. И мне уже предоставят некую свободу действий. Рассвет. Отлично.
Ubisoft представляет игра студий Ubisoft София и Ubisoft Montreal. Assassin's Creed Liberation. Итак, следующее задание — переодеться в рабыню. Так, ага. Прыжок веры бы надо совершить. И синхронизироваться. А красиво. Красиво, красиво. Хорошо сделали. Вожди. Все четко. Потому что на Вите там, конечно, было жуткое мыло. Что уж и говорить. Все было размыто, все было замылено. Здесь, конечно, видно, что текстурки так себе. Но все-таки все на достойном, в общем, уровне, я бы так сказал. Итак, в лечении ассасина Авелина сражается лучше всего и может использовать мультиубийство. Лечение ассасина всегда известна, и стража быстро ее замечает. А, вот оно что. Это не то, что как я Эдвардом бегаю спокойно по городу и страшно плевать, что я выгляжу так вызывающе. Чтобы снизить известность личины ассасина, нужно подкупить продажных чиновников, используя любую причину. Личина ассасина позволяет свободно лазать. Так, личина госпожи слаба в бою, ей доступны не все виды оружия и инструменты. Госпожа может очаровывать и подкупать стражу. Личина госпожи становится известной медленнее, чем другие личины. Чтобы снизить известность госпожи, нужно убить свидетелей, используя любую причину. Ой, причину, личину. Ой. Личина госпожи не позволяет прыгать, лазать или бегать. Да, в ней можно только ходить. Это как раз к тем ограничениям, о которых я упоминал. Личина рабыни слаба в бою, ей доступны не все виды оружия и инструменты. Зато она позволяет смешаться с толпой, работниками и излистать незаметно, перенося ящики. Чтобы снизить известность, срывайте объявление о розыске с изображениями любой личины. Личина рабыни позволяет бегать. Ну, в смысле, заниматься паркуром, а не просто бегать. И, кстати, A perfect cover. Hide in a wagon and follow the cart to discover the location without being seen. Да. Кстати, личина рабыни, на нее меньше всего внимания обращает. Мне бы еще надо разобраться с индикаторами, потому что я немного не понимаю, что означают. Видимо, здоровье — это полоска. Что означает желтенький? А, наверное, это известность, да. Вот в этой личине я более известен. Ну ладно, понятно. Я, к сожалению, что-то очень увлекся, задумался и прослушал, что было написано в письме. Поэтому вы уж меня извините. Я ничего не комментирую, потому что тупо... О, смотрите-ка. Так, спускаемся. Здесь у нас сундучок, да? Так. Ага. Что у нас? Деньги. 1500. Ну, отлично. Хорошо, хорошо. А, известность, смотрите-ка, немножечко набралась. Видимо, потому что я начал лазать. У всех на глазах. Ну, хорошо. Вообще, конечно, здесь, смотрите, намного сложнее системка, нежели в четвертой. О, собачка. Можно погладить собачку? Еще одна собачка. Взаимодействовать. Эй! Да, видимо, они сделали это неотъемлемой частью всех ассасинов. Можно гладить собачку. А курочку? Нет, с курочкой ничего нельзя сделать. Ну ладно. О! Скорее спрячемся в фургоне. Что-то новенькое. Взять ящики, пройти мимо охраны. Проникнуть на плантацию, не обнаружив себя. Да, конечно,
Как вы видите, сейчас, конечно, мы так, так сказать, проходим обучение. Но вообще, я думаю, стоило бы побольше сделать все-таки кат-сцен. Потому что немного скучновато все-таки это все. Сейчас, на данный момент, я считаю. Так, расступитесь, расступитесь. Мне нужно пронести этот ящик с чем? Понятия не имею с чем. Так, отлично, проникнул. Говорить с рабами. А, что, ящик можно бросать? Ха, понятно. Ну да, учитывая то, что я такая же рабыня. Вообще странно о себе говорить. Такая. Так что никто на меня внимания не обратит. Who are you? How did you get past the guards? We have plenty of trouble here already. Don't need no more. I'm Aveline, a friend. Slaves have been reported escaped, but none has yet reached any safe house. My contacts fear the worst. If you're a spy, Aveline, you won't find no cause for persecution here. My brothers have vanished, then my aunt. Today my youngest sister, Therese. They ain't escaped, as you say. They're taken. Besides, Therese would never survive on her own. I'll find her. If any have trodden through these fields, they must have left tracks. Так, ну что, давайте поможем этим бедным людям. Забраться на особняк на плантации и осмотреть окрестности. Окей, сейчас синхронизируемся. Только надо это сделать так, чтобы меня не заметили. Да, вроде нормально. Никто не видит. Все отвернулись. Очень вовремя. Итак. Синхронизируемся. Осмотреть сарай. Видимо, что-то в этом сарае такое подозрительное. Так, спускаемся. Интересно, от чего вот здесь вот может повыситься моя... Вот что он на меня так смотрит? Вот что он на меня так смотрит? Мне это не нравится. Этот значок у него еще заполняется постепенно. Нет, мне это совсем не нравится. Видимо, мне нельзя сюда ходить. Вот в чем дело. Поэтому вот так вот оббежим. И мы уже у сарая. Don't be afraid, Therese. I'm a friend. Who did this? Your master? No. This son. Oh, please help. Be strong. I'll get you to safety. You'll pay for this. Guards, hurry! We've got rats in the barn. Ах ты лысая толстая сволочь. Окей. Так, ну да, я так и делаю. А, разоружить еще можно. Вот оно что. Так, а теперь убиваем. Вот так. И, да, видимо, только во время замедления можно его убить. Ну, или так просто. I can't take no more. His terror is over, Therese. Stay with me. We must hurry. Ну что, давай бежать. Что еще делать-то? Aveline, my daughter, wandering alone at dawn. Where have you been? After the nightmare, I went to take air. Dear stepmother, I'm grown now. You needn't worry for my safety. You underestimate the dangers of the world. If not to your safety, then to your reputation. Why must you be so headstrong? I wish you would... In truth, Madeleine, I'm in need of your assistance. I'm afraid it's urgent. What now? While walking, I was startled by cries of distress. Following them, I discovered a woman. A slave.
badly wounded. Where is she? I will send help. She awaits in a wagon outside in the street. Evelyn! Don't be cross. I knew you'd know the thing to do. I couldn't risk leaving her to perish, or worse. Or worse! You have already sentenced her to persecution by your very impulsiveness. Very well. I will not turn my back now, not that you have left me much choice. I will see that she is treated in utmost discretion. Thank you, Madeleine. In the meantime, hurry to town and fetch her new traveling clothes. Go quickly. We have no time to lose. Ну, оказывается, мальчика очень хорошая женщина. Она мне нравится. Итак, нам нужно сорвать объявление. Ага. Ну, как вы видите, мы в прекрасном костюме госпожи. Смотрите, какое у нее платье, какая она красавица. Да, француженка, негритянка, наполовину француженка, наполовину негритянка. А что, собственно, за объявление? Срывайте объявление о розыске, чтобы... Точно. Объявление-то о розыске как раз нас. Так, и, видимо, я могу снижать известность любой своей личности, находясь в другой личности. Так, купить дорожную одежду. Давайте купим. Кстати говоря, давайте зайдем в меню и кое-что посмотрим. База данных. Ага, люди. Давайте прочитаем немножечко, так сказать, узнаем предысторию, что ли. Авелида де Гран-Пре. Авелида де Гран-Пре родилась в Новом Орлеане в 1747 году. Ее отец – богатый коммерсант Филипп Оливье де Гран-Пре, а мать – его драгоценная возлюбленная Жанна. После рождения Авелины им с матерью даровали свободу, и Авелина счастливо росла в достатке под защитой богатого и влиятельного отца. Однако в 1757 году мать оставила ее и исчезла. А, так вот что случилось. То есть, по сути, ничего не случилось, она просто исчезла. В 1752 году Филипп Оливье женился на Мадлен де Лиль, которая вскоре взяла на себя роль заботливой и любящей мачехи. Страдая от предательства матери, Авелина так и не научилась полностью доверять людям. Эта уязвимость сделала ее основной целью братства ассасинов Нового Орлеана и позволила манипулировать ею с помощью влияния ее наставника Агаты. Мадлен де Лиль. Мадлен де Лиль, нежно любимая дочь, родилась в Новом Орлеане в 1732 году в семье богатого торговца. Эта прекрасная женщина с острым умом и крепкой деловой хваткой вышла замуж за Филиппа Оливье де Гран-Пре в 1751 году и посвятила себя воспитанию его дочери от предыдущего союза, Авелины де Гран-Пре, которую позже оставила ее мать Жанна. Мадлен обладала весьма прогрессивным для своего времени взглядами и потому тайно помогала освобождению и переправке в безопасное место рабов из Нового Орлеана. Ну, как я уже и сказал, она очень хороший человек. Так, о, сундучок где-то там есть, но, видимо, он наверху, а в нашем костюме я не смогу его открыть. Так, плюс я не могу заниматься паркуром, так что давайте... ходить по улицам. Хорошо, что я вообще могу бегать. Так, портной. Что же мне предложит портной? Одежда рабыни. Дорожная одежда. 50... Е. Интересно, что это за валюта, потому что я не знаю. Ну, явно не евро. Так, отлично. Найден предмет для задания. Ну, хорошо, что найден. Все. Дальше что? Вернуться в особняк Гран-Пре. Хорошо. Видимо, до этого она как-то не была у меня, что ли, куплена? Или что? Я даже не знаю. Смотрите-ка. Служанка несет коробку. Прекрасно. Посмотрите. Мы идем. Красавица, медленно, по улице. За мной служанка. Да, да. У богатых были прекрасные.
Прекрасные условия. Слуги повсюду. Даже банальную коробку нес слуга. А это что такое? Сердечко? Очаровать? Ха, зачем? Ну-ка. Ха, пофлиртуем. И все, типа он очарован. Ага. И что, он за мной пойдет? А зачем? Интересно. Странно, странно, странно. Очарование спадает. Видите, сердечко пустеет, пустеет, пустеет. Интересно, зачем это нужно? Таскать его за собой. Авлин, late to lunch and looking ashen again. I fear you are not resting enough. Oh, Papa, I'll take my rest when this life is exhausted. You will hasten that end at this rate. I do fear you are more like your father than his feet for a lady. A chip of the same block. In passing, Monsieur Blanc requests your assistance at the warehouse. I dare say he has work to offer. Is that all he has to offer? I should think for all his attention, he would request your hand. All the same, it's the work that interests me. Philippe. Oh, dear me. By the turn of this conversation, it would appear I have lingered too long at this table. If you'll excuse me. Good day, Papa. There, he is gone. I can tell you now, Aveline. I have taken care of everything. Your friend will be safe. If you have any more womanly problems, do not hesitate to see me. О, как интересно. Она готова нам помогать и в будущем. Кстати, заметьте, у Авелины есть шрам на губе, так как, так же, как и у остальных ассасинов, предков Дезмонда. Хотя Авелина не является предком Дезмонда. Вот что интересно. Да, и, кстати говоря, это второй персонаж в серии, который носит шляпу, а не капюшон. Первый был Хейтем Кэнуэй, отец Конора Кэнуэя, сын Эдварда Кэнуэя. Итак, записи воспоминаний в Анимусе. Или в Анимусе. Блин, я все время путаю. После того, как мать Эвелины исчезла, воспитанием девочки занялась Мадлен де Лиль. Когда они поняли, что разделяют взгляды на рабство, семейные узы стали еще крепче. Ага. Так, ну а это, видимо... А, начать воспоминания. Деловые визиты. Скромное очарование ассасина. Ну что ж, давайте начинать. Second time this month. Customer relations are strained enough without shipments disappearing. Your frustration is understandable, monsieur. In your position, I should demand a full investigation. Please, let me look into it. I will go talk to Monsieur de Saint-Maxent at once. Most grateful, Monsieur Blanc. At least I know I can always rely on you. Проследить за Жеральдом. Или Жеральдом. А что, собственно, вообще случилось? Это я немножечко не понял. Что, собственно, случилось? Что за расследование? Так, ну, он какой-то уж очень спокойненький, не особо так присматривается. Очень легко за ним проследить. Просто быстрый шаг и все. Ха, можно очаровать. И этого, и того. Ух, елки-палки. Так, отлично. Что ты вдруг решил здесь постоять? Не надо. Нет, нет, да чтоб тебя. Что ж ты такой прям трусливый-то? Давай, иди уже. Шел так хорошо. Не, вы посмотрите, а. Ну. Так вы чувствуете, что я вот выхожу, и он сразу, ага. Кто это за мной идет? Как будто я шумлю. Хотя нет, я не шумлю. Иду себе спокойно, просто быстрым шагом. My boy, the cargo was stolen from this very ship.
I have no more means of retrieving it than you do. Oui, monsieur. That is indeed troubling. Well, what would you suggest, then? I know this much. The devil had that call to impersonate my dress and my signature. Can you imagine? No, monsieur. Imagination has never been my, strong suit. If it's not too much trouble, may I look at your books? My books? I'd interrogate the captain. If this crew takes bribes, I'd wager he's no less corruptible. Ага, значит, банальное воровство. Такс. Хорошо. Подкупить охрану корабля. Ха-ха-ха. Интересно, а ее подкупали до этого? Сейчас узнаем. Так, нажмите, чтобы совершить подкуп. Некоторые области охраняет стража. Попытка туда войти. Ну, в общем, понятно, мне надо подкупить. 150 монет всего лишь. Да, легко. Я там сундучок недавно нашел. О, прекрасно. Я даже медленно так зайду. Очаровать капитана Домингос. Are you the captain of this ship? Sí. Capitán Carlos Domínguez, at your service. Так, Карлос Домингес. Ну, давайте, может, прочитаем сразу про него. А то что это? История будет неполной? Так, люди... О, да тут еще... Про Жеральда. Ну, давайте Жеральда прочитаем. Жеральд Блан родился в Акадии в 1745-м. Он появился на свет в семье повстанцев, чьи военные действия привели к массовому изгнанию акадского населения. Блан прибыл в Новый Орлеан, когда ему было 10, и поначалу зарабатывал на жизнь, выполняя мелкие поручения, а затем стал приказчиком и счетоводом у Филиппа де Гран-Пре, который не подозревал об его истинной сути. Образованный, умный, воспитанный, но весьма скрытный и изворотливый молодой человек был принят в братство ассасинов и прошел обучение профессиональному сбору информации. Его давняя влюбленность подругу детства Авелину де Гран-Пре, ага, широко известна, но истинная природа их отношений не выяснена до конца. Ну да, этот парень весьма не дурак. Так, Карлос Домингес, ага. Капитан Карлос Домингес родился в 1730 году в простой испанской семье и стал моряком при первой же возможности. Тяжелый труд и способности принесли ему звание капитана на собственном корабле. Сей честный слуга человечества посвятил свою жизнь помощи политическим беженцам, безопасно доставляя их туда, куда нужно. Понятно. Филипп Оливье де Гран-Пре. Филипп Оливье де Гран-Пре родился во Франции в 1722 году в семье богатого и успешного торговца. В юности он переехал в Луизиану в поисках еще больших богатств и начал торговать, перевозя товары из Нового Света в Старый. В 1744 году во время торговой поездки в Сан-Доминго он приобрел Жанну и сделал ее своей возлюбленной, неофициальной женой. В 1747 году в Новом Орлеане родилась их дочь, ну, в общем, любовница, Авелина, и на него снизошло прозрение, в результате которого он даровал им обеим свободу. В 1752 году он женился на Мадлен де Лиль, спустя несколько лет Жанна исчезла, оставив Авелину на ее попечении. Филипп Оливье был любящим отцом и обучил Авелину вести дела, чтобы она была женщиной с собственными денежными средствами, пусть даже закон официально запрещал ей наследовать его состояние. Он умер в 1776 году. И Жильбер Антуан де Сен-Максан, которого мы только что встретили. Жильбер Антуан де Сен-Максан родился во Франции в 1724 году. 23 года он эмигрировал в Новый Орлеан и записался в армию. Он женился на богатой Элизабет Ларош и использовал ее приданное для покупки здания на Конти-стрит, чтобы снабжать торговцев мехом. Когда Западная Луизиана перешла к Испании, Жильбер Антуан был первым французом, присягнувшим в верности новому губернатору Антонио де Ульоа. Сложно. Из-за этого во время восстания в Луизиане в 1768 году он был заточен на собственной плантации, а губернатора изгнали решением Верховного Совета. Когда Испания вернула себе колонию в 1769 году, дочь Жильбера Мария Элизабет вышла замуж за нового испанского губернатора Луиса де Унсага.
В течение жизни он получил звание командующего ополчением Луизианы, лейтенант губернатора Луизианы из Западной Флориды, генерал-капитана нового ведомства по делам индейцев в Луизиане и Западной Флориде. Вот такой вот интересный человек. Ну что ж, давайте очаровывать капитана. Итак, приступаем. May we speak in private, Captain? Who am I to refuse such a comely creature? Come. Так, вот, отвезти Домингеса в его каюту. Ну что же, давайте отведем. Только вот... все правильно. Would you be so kind as to tell me what happened with Monsieur de Saint-Maxence's shipment? Why would you want to know? Bah! Don't you worry, my little Arne. The cargo found its way to the intended recipient. Let me pour you a cup. I dare you to tell me this isn't the best Madeira wine that ever graced your heavenly lips. If you insist, Capitan. I do. You will not find a better vintage in all of the New World. I'm intrigued. Truly. И плутовка была такова. They hid the goods in two warehouses. Ага. Никого не убивайте. Ну, зачем мне кого-то убивать? Так, тут же есть еще и дополнительные задания. Слушайте, а я что-то даже и не посмотрел, выполнял ли их, я не выполнял. Давайте сейчас зайдем, посмотрим. Так, база данных, ДНК, часть первая. Тут не было дополнительных заданий, тут просто задания обычные, не было ничего дополнительного. Понятно. Хорошо, значит ничего я не пропустил. Может даже удастся пройти и эту часть с полной синхронизацией. Как вы знаете, я сейчас... А что это он за мной ходит-то? Это просто... Он тут ни при чем. Так, неприятности отца. Обыщите порт и найдите украденный груз. Так, очаруйте хотя бы одного стражника. Ага, это дополнительное задание. Чтобы использовать орлиное зрение, нажмите левый стик. Ага, чтобы изучить подсказку, нажмите ЛТ. Так. Следы. Ну тут мы уже в какого-то детектива играем, прям как в Бэтмене. Так, ладно, хорошо. Надо будет очаровывать. Это интересно. А вон там внутри как раз кто-то стоит. Давайте его сейчас попробуем очаровать. Так, еще разочек используем орлиное зрение. Что же мы тут видим? Пока что ничего. О, я, кстати, могу быстро бегать вместе с орлиным зрением. Прикольно. Так, привет. Как дела? Шикарно. Так, теперь посторонись, мне надо пройти. Как бы мне теперь от тебя избавиться, можно еще раз очаровать, но... Ну да, у него просто пополняется это. Так, ладно, используем орлиное зрение. Что я здесь вижу? Ну что такое? Нельзя. Пока он смотрит, я не могу изучать. Ну и долго мне тут с тобой, извини меня, таскаться. Может, ты как-нибудь свалишь, слушай. Или может мне сбежать от него? И он будет как собачонка за мной бегать. Да, он правда будет как собачонка за мной бегать. Так, ну может быть сейчас я... дождусь того момента. Я просто не знаю, что будет, когда закончится очарование. Ну вот сейчас мы и узнаем. Может, он меня сейчас и проткнет своим ружьем, если вы понимаете, о чем я.
А нет, нет, пошел дальше. Ну да и ладно, прекрасно просто. Так, изучаем. Хотя странно, это ведь запретная зона. Так, понятно. Ой-ой-ой! Слушай! Слушай, ну хватит! Ну, блин! Вот, видите, как оно получается? Видите, как оно интересно получается-то, дорогие друзья? Вот так вот. Ай, зараза. Бежит за мной. Успевает. Отстаньте от меня. Блин, надо бы скрыться. Тут даже никаких кустов нету, ничего подобного. Ой-ой-ой, я даже паркурить здесь не могу. Ну и что, мне его убить, что ли? Да, наверное, придется убить. Блин, идиот. Идиот! Чтоб тебя. Ладно, в конце концов, заданий у меня нету. Никого не убивать, так что... Да чтоб тебя! Ой-ой-ой. Да... Так, мне это совсем не нравится. Так что я перехожу к агрессивным действиям. Фу. Почему она не контратаковала? Почему она не контратаковала? Не понимаю. Правда. Совсем не понимаю, почему она не контратаковала. Так, ну ладно. Главное, что цели задач мы обозначили. Я же не могу паркурить, не могу никуда залезть. Наверное, я в сток-то могу залезть? А, фиг там, видите, я даже в сток не могу залезть. Фигово. А как вообще тогда мне надо было действовать? Очаровать его повторно? Не знаю, не уверен. Так, а это у нас что здесь за морда такая? Что это значит? Сейчас посмотрим. Так. Используем орлиное зрение. О! Так. Надо подойти поближе. Ну уже. Вот. Отлично. Но ведь это не запретная зона, да? Не смотри на меня так. Не смотри на меня так. Так. Что это значит? Как будто какой-то бандит, что ли, или... А, он движется? Подождите. Ну, давайте посмотрим. Кто это? Взаимодействовать. Кто это такой? А, контрабандист! Я могу купить у него малое оружие, боеприпасы, карманные часы. А зачем? 1250 за предмет. А зачем мне это нужно? Я не понимаю. Ну ладно, я куплю. Найден предмет для задания. Часы картографа. Может, он мне квест даст? Этот, эти часы дадут квест? Может быть. В принципе, не особо дорого стоил, так что... Окей. Сообщить Максану радостные новости. Это, видимо, какое-то еще одно задание по поводу радостных новостей. Так. А где сундучок? Ну-ка, ну-ка. Внутри, что ли? А, вот здесь вот. Так. Сейчас мы его... А, приходуем. Отлично. Сколько денег? А что-то мне даже не показали, что я деньги получил. Так, ладно. В общем, груз я нашел. Все. Отлично. Пойдемте порадуем Максана. Ох, когда я говорю эти фразы за женского персонажа, это так двусмысленно звучит. Или может уровень моей порчи слишком поднялся. Надо его снижать. Просмотрим видео с котятами. I am terribly grateful for your assistance, Mademoiselle de Grandpré. But how did you ever... Never mind. Just please, tell your father to expect a considerable discount for his trouble. Отлично. Вот еще и для отца. Отличное, доброе дело сделали. Сильно поможем. И
Итак, прекрасно. Полная синхронизация. Очаровали стражника. Ключ к решению. Найдите способ пробраться в особняк губернатора. Присваивая вещи погибших, вы... Что-то я повышаю известность, присваивая вещи погибших? Ха, а вот это интересно, кстати. А что это такое за кружочек, дорогие друзья? Давайте посмотрим. Что за кружочек? Что это значит? Видимо, этот кружочек находится сверху здания, поэтому в данном костюме я не смогу узнать, что он значит. Так. Ну что, ключ к решению. You may put your mind at ease, monsieur. The cargo will be delivered on time. I dare say thanks are owed to Saint-Nicolas. Or perhaps a guardian angel, monsieur. Ah, Aveline. I'm sure it is not your old father's company that draws you here. I will leave you both to your private business. Aveline, the documents you found aboard the Rat Captain's ship. I recognize the name. Rafael Joaquin de Ferrer, a known enemy. I don't know what his business is here, but we can be sure it's more than a simple larceny. How can I help? One of Agathe's servant contacts tells us that he will attend a social soiree at the governor's mansion this evening. I'll have my best dress ready. Or my worst. Fear not, Gerald. I'll uncover his true purpose. In the meantime, may I suggest that you familiarize yourself with the governor's mansion? Perhaps discover a discreet way to enter? Don't worry, Gerald. I will prepare well. One more thing. There is a small house for sale near the governor's mansion. It would be ideal for a dressing chamber. If you wouldn't mind buying it. Your wish is my command, Monsieur Blanc. Ах, чертовка. Соблазнительница. Так, ну что же, оказывается, можно покупать дома. Круто. И надеюсь, что в них будет не только возможность для переодевания. Кстати, что-то давненько не попадались плакаты. Неплохо бы их посрывать. Так, еще один кружочек, и я опять не знаю, что он значит. Вообще красиво, мне нравится. Классные декорации. Так, а вот и гардеробная, которую, в принципе, можно купить, хотя нет, видимо, я не с той стороны зашел. Здесь и голубятня для заданий, понятно. Всего 500 монет. Довольно дешево. Моя первая гардеробная. Окей. Итак, давайте переодеваться в рабыню и продолжать. Вообще, мне в образе дамы больше нравится. А что это такое? Кружочек, смотрите-ка, появляется. Кружочек какой-то над головой, смотрите, появился вот-вот сейчас. Вот сейчас. Возможно, это моя узнаваемость. Слушайте, я даже... Я не уверен. Вряд ли. Ну, ладно. Раз уж я могу паркурить, давайте сейчас посмотрим, что значит этот кружочек. Авелина, давай наверх. Вот так. Вообще классно поиграть за женского персонажа. Вообще удивлен, что это первый женский персонаж в серии Assassin's Creed. Так. И что? Смотрите, я забрался наверх, и кружочек исчез. Ха! Это немного странно. Ну, в общем, ладно, что тут скажешь. Так, мне надо слезать отсюда, пока охранник не надавал мне по щам. Эти тут ссорятся чего-то.
Главное, в запретную зону не попасть. Какой-нибудь. Это что сейчас было? Проследить за дворецким. А, мне показалось, что он просто что-то достал такое. Может, и правда он что-то достал? Так. Ну, пока что он идет спокойно, уверенно. Что вот это за кружочек над головой появляется? Не понимаю. Так. Ну вот он, да, окей. А я ведь туда не смогу пройти. Мне придется обходить. Опа! Ха-ха. Но мне пришлось подбежать, иначе бы время дотикало. Иди, иди, иди. Тебе ничего не угрожает. Вот так. Уйди, пьянь. Так, посидим. А, я знаю, что это за кружочек. Это, наверное, типа я теряюсь в толпе. Вот что это такое. Понятно. Remember, we need these goods delivered to the south entrance just after sunset. Here, this will grant you access to the kitchen. Ага. Так, он что-то ему передал. Точно, не зря, я заметил. Ключ. Украсть ключ. И как же мне это сделать? Возможно... Ага. Ха, шикарно. Ключ к решению. Полная синхронизация. Прекрасно. Ну все, ключ у меня есть. Что дальше? А, видимо, это все. Что, действительно дополнительных заданий никаких не было? Все так просто. Просто подойти и украсть ключ. Давайте посмотрим. Да, действительно. Полная синхронизация. Оказывается, я думал, что на всех заданиях будут какие-то дополнительные. Ну, как видите, нет. Не на всех. Так, ну я вообще надеялся, что это задание будет немного подлиннее. Ну, ладно. Тогда давайте следующее начинать. А это что такое у нас тут? Еще одна гардеробная? Заплатить 500, чтобы отстроить. А сколько у меня денег-то всего? Сейчас посмотрим. Так, 1700. Ну, давайте купим. 500 вроде недорого. О, прекрасно. Еще одна гардеробная. Вмешайтесь в планы губернатора Де Дабадди. Давайте вмешиваться. Ха-ха. Надеюсь, что мы сделаем это бесцеремонно. Так. Незаметно проникнуть в особняк губернатора. Хорошо. Но прежде чем это сделать, нужно на удачу погладить собачку. Собачка. Хе-хей. Ты мой хороший. Вот так вот. Где-то здесь должна быть дверь, которую я должен, по идее, открыть ключом. Потому как вряд ли, очень вряд ли мне... Да, видите, я здесь не могу залезть. Кстати, а что это такое? Колонка. Почему она отмечена на карте? Это странно, какой смысл ее отмечать на карте? Так, ладно. А вот интересно. Не-не-не, их я подкупить не могу, как вы видите. Ага. Эй! Ну да-да. Так вы, конечно, и обращаетесь с рабами, сволочи. Все с вами ясно. Пошел вон. Ага, ворота. Но опять же... Ага. Все то же самое. Наверное, мне нужно переодеться, или же... или же с какой-то ветки туда запрыгнуть. Так-с. Здесь тоже все закрыто. Ну, конечно, да.
Очевидно. Ладно, давайте, давайте, действительно, я... Ой, надо уйти с дороги, то еще опять толкнут. Так, давайте попробую переодеться. И подкупить стражу. Как раз известности практически нет у меня в этом наряде. Просто прекрасно. И сейчас попробуем подкупить стражу. Стоп, может это плакат? Может быть этим значком отмечается плакат? Но нет, этот значок исчез. Странно, странно, странно. Так, заплатите. Ну давайте заплатим. Прекрасно. Вот так. Отлично. Так. Ну что ж, вот мы и проникаем. Все очень просто оказалось. Проще, чем я думал. Так, проникните в резиденцию под личиной госпожи или рабыни. Ага. То есть... Это было дополнительное задание, которое я провалил, я так понимаю, да? А, нет, стоп, стоп, все так и есть. Я же... да, я же как раз в обличии госпожи сейчас. Все правильно. Так, найти кабинет губернатора, не обнаружить себя. Зараза. Ёлки-палки. Хорошо. Хорошо. Ой. Он же кругами, наверное, ходит, да? Ну, конечно, он ходит кругами. Он не отличается особым умом, поэтому ходит кругами. Так. А этот как ходит? Блин. Ой. Ой-ой-ой. Привет. Как дела? Все в порядке? Да-да-да, я тебе нравлюсь. Я тебе очень нравлюсь. Так. Ну что, ты проводишь меня туда, куда мне нужно? Надеюсь, что да. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же мне с этим-то быть? Ой, слушайте, еле успел. Еле успел этого очаровать. О, прекрасно! Когда очаровываешь нового, старое отваливается. Слушайте, это удобно. Это очень удобно. Так. Может зайти вместе с ним? Ну да ладно. With the Spanish under our spell, the company man will at last have the power to fulfill our true purpose. And if you provide us the labor, we'll ensure the errors of Santo Domingo are not repeated here. I will do all I can to smooth the handover of the colony, and your mission will have all the workers it needs, provided you make good on your promise. Labor is in tight supply as it is, and I must remain in power as governor. Were our arrangement ever detected... My, my, governor. I fear the air of conspiracy has gone to your head. We'll make good on our promise. So long as your end of the bargain is kept. Everything is under control. You can count on me. Bueno. Then I shall away to indulge in your delightful soiree. Tonight, I drink to the death of the Brotherhood. За смерть братства? Это что такое? Ай-ой-ой-ой-ой! Слушайте, мне это не нравится. Мне это совсем не нравится. Так, так, так. Так, 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 так. Ничего у вас не получится, глупцы. Ах, вы двое, да, на меня? Двое на одного, сволочи. Отлично. Так, 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 так. Ах ты, гад такой. Надо вовремя контратаковать, потому что иначе... Фу. Why? You would sacrifice the good of the colony to attempt our conspiracy, Governor.
I should ask you why. The Order is the future. The Templars will keep our colony French. The Templars will keep the colony Templar. Why does the Ferrer want workers? Tell me his plans and redeem yourself. I know nothing of his plans. I was to send him slaves and vagrants. The ones most likely to rise up against... Against those who would oppose oppression and claim the life that is owed them. Rest in peace, Gouverneur. Да, мотивы его все же не ясны. Le gouverneur est mort! Aux armes! Aux armes! Ох-хо-хо, это мне не нравится. Это мне не нравится. Убейте губернатора, используя мушкет. О, вот чем было дополнительное задание. А откуда я должен был мушкет взять? Наверное, я должен был разоружить одного из них. И тогда только убить его. Так, ну давайте отправимся в Дельту. А все-таки вот это воспоминание... Ох, елки, у меня же разыскиваемость. Разыскиваемость высокая, дорогие друзья. Все-таки я его перепройду, конечно. Покажу вам этот момент, когда я буду отнимать мушкетон. Гордо, четко и быстро. Так, а это что такое? Что это такое? Возможно, плакат. Я просто не помню, как обозначаются плакаты. Видимо, это рабыня. Украсть? У нее украсть? Нет, нет, нет. Я вовсе этого не хочу. Подождите, может быть я... А, нет, вот кто мне указывается. И кто же это? Подкупить чиновника. Так, подкупили чиновника и... Отлично, моя разыскиваемость немножечко упала. Понятно, хорошо. Буду знать на будущее. Перепройду это небольшое такое местечко, небольшое такое воспоминание. Там в базе данных есть возможность перепроходить. Хочу 100% синхронизацию получить. Так, но сначала, прежде чем это сделать, мне надо завершить текущее воспоминание. А у нас сейчас новое задание. После убийства губернатора мне нужно найти убежище, которое называется Дельта. Или же оно находится в Дельте. Ну, сейчас мы это узнаем. Потому как в задании мне написано просто отправьтесь в Дельту. И почему-то костюм автоматически сменился. Ха. Вот что интересно. Тоже. Так, возможно... А, стоп. Это другой город? Неужели? Ребята, что вам нужно? Ну, конечно. Нажать и удерживать для активации режима мультиубийства. И что это такое? Используйте для выбора целей, отмечайте и снимайте метку с цели при помощи X, затем убивайте их, нажав для выхода из режима, нажмите B. Так. А как я выбираю нужного? Ага, вот оно. Ну, допустим... Так, 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 так что ли получается? И убиваем с помощью А. Один, второй и третий. Ха, нифига себе. Вот это круто. Вот это и правда круто. Слушайте, дорогие друзья, вот это и правда было круто. Записи воспоминаний в Анимусе. С того дня, когда Авелина избавилась от губернатора до Абадди, прошло 2 года. За это время она не нашла ни следа человека по имени Де Феррер, прям как фюрер. Но его планы до сих пор угрожают населению Нового Орлеана. Да, это явно опасный человек. 1765-й, болото Дельты. В Дельте тайн не меньше, чем опасностей.
My student. The hornet's nest grows. I retreat to safety, the better to observe and strike. I require your assistance. Use your gifts to follow my trail. May the lower guide you swiftly. Итак, нам нужно найти подсказки Агате. Так, хорошо, орлиное зрение. Пока что ничего не вижу. Но так как я могу быстро передвигаться, то, собственно, найти будет не так-то уж и сложно. Ага, вот она. Отлично. Так. О! Так, хорошо. Значит, следы мне рассматривать не придется. Ладно. Исследуем. Найти вторую подсказку. Ага. Слушайте, а красиво здесь? Красиво здесь, правда, очень красиво. Мне весьма нравится. Так. И вторая подсказка у нас должна быть где-то... Ага. Вот здесь. Меня ведь никто не съест, если я спущусь... А, ну здесь не глубоко. Так, вот и вторая подсказка. И последняя подсказка. А, стоп, стоп. Нет, по воде я не пойду. Я же могу вот здесь вот пробежать. Да, вот так вот. Шикарно. Так, так. Сюда. Видимо, да, вот сюда. Королева болот. Видимо, это надо проскакать по этим веткам. Ну, не попав в воду. Так, и где-то здесь должна быть... А, вот. Вот сюда, наверное, на... Да, точно, наверх. И последняя подсказка у нас здесь. Ну, вот что же. Пора встретиться с Агате. Только надо аккуратненько перебраться. Вот и все. Лоа ведут тебя. Ну что ж, дорогие друзья. Лже-Макандль. Это следующее наше воспоминание. Ну а сейчас я хочу перепройти то воспоминание, которое... У меня было немножечко запорото. На этом, кстати, первая часть игры завершается. Вот так вот за одну серию, одну гигантскую серию, я и хотел... Хотя нет, я даже на это не рассчитывал. Но так получилось, и я этому очень рад. Давайте повторим данное задание. Итак, дорогие друзья, я добрался до нужного момента. Теперь мне остается всего лишь разоружить кого-нибудь из них. Хотя там вроде один был. Не помню точно. А, нет, блин, не один. Они что, все? Они что, все тут были, что ли? Так, это немного не то, что я хотел. Так, давай сюда, мушкет. Сейчас у меня все отгребете. Ух, шикарно она дерется. С ума сойти. Ничего себе. Да, это круто. Это очень круто. Что и говорить. Получай. Получай. Теперь остается только прикончить губернатора из этого мушкета. А, отстань, отстань. Чтоб тебя, зараза. Как тебя пристрелить-то? О, ха-ха. Все было не очень сложно. Правда? Отлично! Полная синхронизация, дорогие друзья. Так, ну что же, на втором уровне известности стража будет преследовать вас, если увидит. Понятно. Ну и, собственно, теперь я возвращаюсь уже обратно в лес, как я понимаю. Все правильно? Да, точно. Чудесно. Кстати, очень красивый лес. Хоть это и болото, но... Черт возьми, красиво сделано, а? При том, что, в общем-то, не графон. Игра так, знаете, не супер блещет, но очень качественно сделана.
если это все на Вите есть, вот в таком виде, только в более, как бы, худших разрешениях, то Вита довольно крута, на самом деле крута. Давайте посмотрим базу данных, это у нас вторая часть, которая еще толком не началась. Ну а первая, как вы видите, полностью синхронизирована. Просто прекрасно, дорогие друзья, я очень доволен. Большая серия получилась. Надеюсь, что вам понравилось. Встретимся в следующей части. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.